Сегодня НТВ удалось поговорить с двумя российскими летчиками, которые находятся в Тбилиси в тюремной больнице. Их самолеты были сбиты грузинскими ракетами. 9 августа сбит ракетой, катапультировался, получил ранение, перелом позвоночника, задержан в группе захвата, доставлен в госпиталь, не знаю какой. Там была сделана первая операция, руку поврежденную пришили. Полностью практически отрезаны осколком или тросом, не знаю. Перебито полностью. У второго пилота сильные ожоги лица, рук, ног и тяжелое повреждение позвоночника. По словам полковника Зинова, он практически не может двигаться. Какие-нибудь пожелания есть? Желание? Отправить меня, какого не есть, на родину. Напомним, между Россией и Грузией не состоялся обмен пленными. Российский генштаб обвиняет в этом грузинскую сторону. В больнице, где находятся российские пилоты, заявляют, что процесс лечения потребует около 3 месяцев. Мы будем следить за судьбой летчиков.